А всем привет с канала Камрад Майор, и сегодня на обзоре новое видео из рубрики Моделиста. Это серия Великой Отечественной, советский ночной бомбардировщик-разведчик У-2, либо ПО-2. Компания «Звезда», размер 1 к 144, специально приобрел его, так как мне не важен был, какого размера у меня будет У-2 в коллекции. Для меня главное наличие самого этого самолета, так как это самолет ночных ведьм. Что мы здесь имеем? Сборку без клея, 10 деталей, размер 5,6 сантиметра, то есть обычный размер для такой маленькой модели. Сразу перейдем к наполнению набора, чтобы понять, что здесь. Так, здесь нас сразу встречает обычная звездовская подставка в размере 1 к 144, вот такие черные рога, и вот это сама стелла. Два комплекта, значит. Декали, конечно. Комплект декали, как всегда, это просто серийные номера и 4 звезды красные. Инструкция и литники. Коротко по инструкции. Это артикул. Информация о том, что набор является частью расширяемой игровой системы. Здесь вроде даже... Так, нет, здесь карточки игрока нет. Но здесь мы видим, что фюзеляж представлен одной моделью, точнее, одной детали, прошу прощения, все вместе с хвостом, с крыльями. Вставляется только ведущий винт, механизм кручения лопастей, два держателя верхних лопастей, пулемет. Далее устанавливаются шасси, две дополнительные рейки, и все это соединяется. Сборка проста до невозможности. Покраска будет немножко другая. Сегодня только обзор. Сразу достаем это все из упаковочного пластика. И вот у нас два литника. Значит, вот он сам фюзеляж. То есть сам уже собранный. Здесь вот этот винт. Это пулемет. Рейки. Крылья. Направляющая, винт и шасси. Обычный звездовский пластик, выполненный в зеленом оттенке, так как это Советский Союз представляет собой ветка. Вот будет вот такого размера кукурузник ПО-2. Не являюсь я его фанатом уж таким сильным, чтобы собирать именно в каком-то 72-м, либо в 48-м масштабе. Он был мне нужен просто из-за того, что это именно самолет ночных ведьм. Кстати, бомбы вот сюда уже вмонтированы, их надо просто отдельно покрасить. Опять-таки, этот размер даст понять, насколько уровень профессионализма велик, получится ли сделать его, чтобы он не выглядел как игрушка, а был более реалистичным. И также, там, допустим, через 2 месяца я сделаю видео со всеми моделями, которые собрал спустя некоторое время после первого видеоролика по моделированию. А так, стоимость его составляет 200 рублей, но в Ашане удалось приобрести за 99 по скидке. И поэтому однозначно поклонникам советской авиации рекомендую, чтобы в любом размере он у вас был. И также поклонникам 144-го, это одна из основных, я считаю, моделей такого масштаба, которая должна быть у вас в коллекции. С вами был Камрад Майор. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно оставляйте комментарии. Мы отвечаем на все. Пока!